Здравствуйте, с вами канал NameDB. Счастье для каждого означает что-то свое, и то, чего вы желаете больше всего в жизни, красноречиво говорит о том, кем вы являетесь как личность. Ваш знак зодиака может рассказать вам о том, чего вы хотите больше всего на свете. Что же это, вы узнаете в этом ролике. Овен. Вы ищете любую форму соревнований, подтверждающую ваши навыки, и без этого чувства вызова в своей жизни вы чувствуете себя довольно неудовлетворенным. Чтобы быть по-настоящему счастливым, вам нужно постоянно оставаться на уровне, чувствовать мотивацию и готовность преодолевать преграды жизни. Вы хотите полностью раскрыть свой потенциал и реализоваться. Телец. Для вас стабильность является ключевым моментом, и лучший способ достичь этого – финансовый успех. Хотя вы не очень материалистичный человек, чувство безопасности в своем экономическом положении дает вам комфорт. Зная, что необходимый вам комфорт будет всегда, вы будете чувствовать удовлетворение и счастье. Близнецы. Вы хотите устанавливать с людьми важные связи и идти в ногу со временем. Вы наслаждаетесь прекрасными моментами с новыми лицами, поскольку это дает вам максимальное чувство приключения. В вас много нерастраченной любви, но вам нужно распределить ее таким образом, чтобы вы чувствовали себя наиболее живым. Вы хотите, чтобы рядом был любящий и понимающий вас человек, понимающий вашу суть. Когда он будет рядом, ваша любовь может выйти из берегов, и ваши таланты также смогут реализоваться. Рак. Вам нужны крепкие отношения с тем, кто может отвечать взаимностью. Так вы смогли бы чувствовать себя открытым, счастливым и в безопасности. В вашей жизни вам нужны люди, на которых вы можете положиться. И чувство, когда вы не можете этого получить, действительно огорчает вас. Лев. Больше всего на свете вы хотите чувствовать себя значимым не только в глазах других людей, но и в своих собственных. Хотя ваша уверенность быстро превращается в неуверенность, когда вы чувствуете, что вами пренебрегают, вы все же верите, что достойны похвалы. Вам нужно признание ваших хороших качеств и талантов. Тогда вы будете очень счастливы. Дева. Как чрезвычайно трудолюбивый человек, вы действительно хотите чувствовать удовлетворение из-за выполнения ваших целей и задач. Однако вы не хотите быть в центре внимания, а это означает, что ваш успех будет полностью личный. Но это не делает его менее реальным. Весы. Вы можете чувствовать себя глупо, говоря, что хотите мира во всем мире. Но это правда. Вы ненавидите драму и несправедливость, и, честно говоря, вас тошнит от того, как сейчас идут дела. Миру нужен мир, и вы хотите участвовать в этом процессе. Вы хотите жить в счастливом и благополучном обществе, быть частью прекрасного и великого. Скорпион. Будучи хорошим другом, вы будете жить полноценной жизнью, если у вас есть пара друзей на всю жизнь. Вы верите, что ничего по-настоящему великого не может случиться, если рядом нет людей, с которыми можно этим поделиться. А это значит, что искренние дружеские связи дают вам силу и желание жить. Счастье в тех близких людях, которые вас окружают. Стрелец. Никто не сделает вас счастливее, чем доступ к полной свободе действий. Вы заботитесь о людях в своей жизни, но вам абсолютно необходимо пространство, чтобы отделить себя от аспектов вашего образа жизни, которые вызывают у вас чувство угнетения. Вы должны иметь возможность делать так, как вы того пожелаете, и чтобы материальная сторона жизни не давила на вас и никак не ограничивала.
Козерог. Для вас все может стать раздражающим, когда ваши планы не воплощаются в жизнь и когда вам не хватает денег. Однако есть вещь, которая остается неизменной в вашей жизни – это семья. А это означает, что вы хотите, чтобы люди, о которых вы заботитесь, были здоровы и счастливы больше всего на свете. Это для вас самое главное и дарует вам чувство полного счастья. Водолей. Это может показаться поверхностным, но Водолей желает по-настоящему веселой жизни. Это не означает, что ваше главное желание в жизни – повеселиться. Скорее, оно говорит о том, что вы хотите максимально счастливо использовать свое время. Вы хотите воспользоваться каждой дарованной возможностью, которая позволяет вам быть самим собой и наслаждаться жизнью. Рыбы. Вам действительно нужен шанс забыть о суровых реалиях своей жизни. Вы склонны позволять себе поддаваться страху, особенно когда он связан с прошлым. И в такие времена вам сильно хочется сбежать, пусть даже ненадолго. Вашей тонкой и мечтательной натуре хочется жить в полной гармонии и не видеть несчастья других людей. Вы хотите простого человеческого счастья и благополучной семьи. Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с друзьями. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!